И первыми на этот паркет выйдут финалисты категории «Юниоры 2». Европейская программа. Я с удовольствием приглашаю пары под номерами 120, 131, 149, 151, 155, 159. Пары готовы. Уважаемые зрители, вы готовы поддерживать танцоров? Итак, финал Кубка мира в европейской программе. Первый танец. Медленный вальс. Thank you, Ashley. Ваши аплодисменты, уважаемые зрители. Замечательные финалисты категории «Юниоры 2». Европейская программа. Какая пара нравится вам больше всех? Тем временем пара уже готова для того, чтобы исполнить для вас второй конкурсный танец этого финала. И это, конечно, будет танго. Thank you, Ashley. И ваши аплодисменты финалистам. В этом финале под номером 120 Виктория и Микита.
Под номером 131 Полина и Андрей. Следующие пары я представлю после венского вальса. И, конечно, третий танец этого финала. Венский вальс. Thank you, Ashley. Какая пара нравится больше всех? А в этом финале под номером 149 Анна и Георгий. Пара номер 151 Дмитро и Анастасия. Я приглашаю пары подготовиться, чтобы исполнить четвертый танец этого финала. Медленный фокстрот. Thank you, Ashley. Замечательный медный фокстрот в исполнении великолепной шести пары. Замечательная музыка в исполнении пресс-оркестра. В этом финале танцуют еще две пары. Ваши аплодисменты паре номер 155 Мила и Михайло. И паре номер 159 Алина и Георгий. Ну что же, всего один танец остался для того, чтобы танцоры могли изменить мнение судей в свою сторону. И это, конечно, будет танец «Quickstep». Thank you, Ashley.
Огромное спасибо парам, большое спасибо танцорам. Thank you, judges, thank you, couples. И будем ждать результата, будем ожидать, кто же станет сегодня обладателем Кубка мира любительской лиги. Ваши аплодисменты, уважаемые зрители, покидающим паркет парам. Они еще к нам вернутся на награждение.